И всех приветствую себя на канале. Сегодня поиграем в Division 2. Ну, это самый обычный, это Division 2, решил поиграем. Посмотрим, что тут, как тут. Первая серия, посмотрим, понравится, не понравится, и как все это произойдет. Начнем потиху. Сейчас он пока загрузит, посмотрим. Я вообще в Division не играл ни в какой. Просто от Ubisoft игры-то не ослабятся сильно, но посмотрим, что из этого вышло. Решил поиграть. Глянем, что здесь как. Серия может получиться небольшой. Не знаю, как она там. Понравится, не понравится вообще мне. Хотя, в принципе, я бы... Оповещение по аварийному каналу спецотряда. Приоритет «Молния». Операционная база атакована. Противник прорвался через южный периметр. Срочно нужна помощь. Внимание всем агентам. Срочно нужна помощь. Угу. Ну вот я его просто создал. Этого персонажа. И он как-то там... Типа как бы какая-то была обучалка, что ли. Он немножко чудно маркером будет вести. Так. Я вот правда не знаю, где Division надо. По-тихому или здесь. Тут не привыкаю, что это постоянно прицел так держать. Или здесь надо было по стелсу пройти. Сколько их там? Бой поставил. Да. Так, кто-то там красненький бегает. Править будет. Их двое было. Но вблизи лучше стрелять. Так, их можно как-то залутать. Нет. Неинтересно. А чё, это Рождество было? Рождество, да. Я не смотрю, чё, ё-моё, ты ещё прыгаешь. Я там поставил, типа, он класс пацан может. Хотя я не знаю, это надо. Да ё-моё. Всему персоналу совершено нападение на Белый дом. Это не учение. Повторяю, это не учение. Граната. А, это типа можно мне... Чё, мне обязательно гранату бросить? Ну, якобы, давай туда. Стрелок. Так, не знаю, тут эту мышку еще надо. Вижу агента. Движется на север к Белому дому.
Агент перебил отряд гиен и идет в нашу сторону. Агент, если ты нас слышишь, пробивайся вперед. Эти гады тебя не ждут. А что так осмотреть? Ага, на коленнике. Я забрал их. Трофей. Ага, контейнер трофей умрет так. Посмотрим, а на коленнике там лучше я подобрал или хуже. Первого уровня, первого. Броня 245. А так у меня еще и получше. А где их продавать можно? Можно их сразу продать или нет? Ладно, тут еще надо разбираться, это его. Так, ладно. Так, посмотрим. Хотя, может, режим то, что я типа стелс. Ну, я поставил себе этот парковщик. За газ. Нашли спецназовца. Зачистите. Я вообще мирный человек. Эй! Где там у кого башка торчит? Пинул, попал. Прямо отходил. Бойся меня. А, вон он там. Да, стань ты. Зайся.
так не буду задержать на это. Этот тайник. Знаешь, ты как раз вовремя. Спасибо. Вовремя. Ты так бегаешь по камере. Спасибо за помощь. И загляни к Мэнни, координатору. Он наверху в голубой комнате. Если что, я помогу тебе с электроникой. Маска. Рюкзак. Так, а что здесь? Можно чего-то что-то делать или нет? Пистолеты, оружие. Это... Так, подарки. Так, посылка с подарками первого уровня. Предмет снаряжения. Ага. А, вот у меня типа есть это. А в рюкзаке у меня есть... вот эту вот хрень. Её, как ее продать? Угу. А, здесь хлам может быть. А, здесь еще и разобрать можно. И что мне дали? Так себе. Короче, ничего не понял. Ладно, мне куда-то идти. Надо идти, идти, идти. Что, правильно иду? Привет, пацаны. Сейчас задание мне дашь какое-то. Это ты. С прибытием тебя. Я Мэнни, связист. У тебя, видимо, сработало оповещение.
Рад тебя видеть. Позволь, я тебе покажу, как все плохо. С тех пор, как ОТГ развалилась, в городе хозяйничают орды головорезов. Есть крупные группировки и мелкие шайки, которые подбирают за ними крохи. Несколько гражданских поселений пока сдерживают натиск. Но мы не можем толком им помочь, особенно с тех пор, как сеть спецотряда вырубилась. Это Келсо. Один из последних агентов в Вашингтоне. Находится в поселении Театр на важном задании. Тебе нужно пойти к ней. Если кто и знает, как запустить систему, это она. И заодно познакомься с местными жителями. Пусть порадуются, что в городе новый шериф. А что со старым стало? Кстати, агент, спустись и поговори с интендантом. Он может обеспечить тебя особым снаряжением. Оно тебе понадобится. Инвентарь. Что-то у меня какой-то навык. Я ничего не нахожу. Так, где ты? Эй, пацан, дай ко мне что-нибудь. Привет. Хочешь освоить новый навык? Ну, не особо-то, но... Покажи, что ты... О! Турелька? Угу. Может, турелька прикольная? А это что, улей? Так. Химические установки. Так, сложность маленькая. Тут большая сложность. Что это? Импульс. Ага. Сложность большая. Совместная игра, один игрок. Чего? Чего? Чё ты несёшь? Сложность. Дрон какой-то. И есть... Щит. Хм. Не знаю, давайте ту рельку. И чего? Угу. А это я выбираю его способность, как его выставлять? А, вы выберете... Угу. Ну, типа так он может прикольнее. Его бросил за угла, и он погнал. Но он выжигает это, типа, я так понимаю, какой-то огонь. А это у нас... Ну, типа, его на стенке или куда-то можно. А он конкретно, ну, не особо-то... А-а-а, в чем здесь дело? А этот быстрее его бьет. Чё-ка, раз выстрел, два выстрел. Ну, хотя и это прикольно. Пока хотя... А ладно, пускай будет это. А, давай. Снайпер. Что поможет. Ну, сюда хочу. Все. А, ну типа... Окей. Давайте продолжим. А, нет, блин, не то. Пока. Поселение Театр находится на востоке. Без боя к нему не пройдешь. Отстреливаться... Агент, из Нью-Йорка поступил сигнал бедствия. Совершено нападение на спецотряд, и они запрашивают срочную помощь. Я жду тебя на южной лужайке Белого дома. Вертолет уже заправлен. Вылетаем немедленно.
Привет, говорит Белл. Вертушка ждет тебя у Белого дома. Полетим в Нью-Йорк. Надо вы мне, я вообще никуда не хочу. Так, так мне туда типа. Хорошо, все, я понял вас. Давай далее. Далее. Ну, со скипой мне это. А, ну типа сюда? А, проложил мне маршрут. Ну, типа, добежать уровень 2. Хорошо, проложил ты мне маршрут. Все, молодец. Или куда? Привет, пацан. Подвезешь? В Нью-Йорке нас уже ждут. А, не, у меня же нету. Или что, подожди. В Нью-Йорке его ждут. В Нью-Йорке нас уже ждут. А, так это ж все, ну я смог, это что-то. Чего-то нету. А видно куда-то. Ну, это дополнение. Чё не ю. Так. Получить оружие можно на цель. Блин. Так, я хоть правильно двигаюсь или нет? Нет, я вернусь туда. Эй, пацаны. А ты что, не можешь прыгнуть или что? Да, Что за слабак? Что за вис ты? Сейчас турельку достану. Якобы так. Может быстрее двигаться. Ясно. Ясно, что ничего не ясно. Показывают какую-то фигню, там патронов нет. Типа ты слабак. Так, пошли дальше. Ну так, я еще сам посмотрю тут. Интересно, неинтересно. Тут уже какой-то бой идет, что-то мне. Ё-моё. Радар. Противник. И чё он его затирает? Так не утопно, блин. А если без этого, то прицела нет. Так, там наш, якобы. Давай это передвигайся быстрее. Парковщик. Так. Тебе конец! Да, ну ты гонишь. Кто сказал? Где-нибудь хоп? Да, возле бака этого красненького посиди. Блин, нахер отсюда! А. Так. Класс, пацан. Ладно, надо спустись ты, все, спокойно. Да. Что-то мне так пока не особо.
Найдено электронное устройство. Да ну, кто нашел? Это чудо. Ага, ну что, здоровье, да. Взять. Чё я взял? Да подожди ты, куда ты, блин. Я еще подумал. Так. Ну? Стой! Угу. Пусть скучнее станут. Это будет круто. Если ты их не спугнешь, башку свою убери. Глянь на этих лохов. Еще не подозревают. Вот именно. Башку свою гребаную спрячь. А чё ж так-то? У них даже оружия нет. Давай их прямо сейчас завалим. А бегать за ними потом добивать ты что ли будешь? А нахрена добивать-то? Наоборот. Пусть побегают, это ж самая маза. С кишками наружу, но все равно далеко не убегут. Ну это понятно. Погнали, да! Ох, они еще через стекла, умные пацаны. А, можно и так. Это получше. Ах ты, гэм. Ящик еще не пробивается. А, держи. Сейчас, ты куда полез-то прыгнул? Прячься. Насколько надо быть паркурщиком, любить этот паркур. Я прикрою! Так. Ты за это заплатишь! Денег нету. Истекай кровью! Ох ты! А что это? А, класс! Давай смотрим его. Второго уровня. Взяли. А, это можно вот теперь, типа, я буду с Акашкой бегать. Серьезно? Что-нибудь можно взять? Нельзя. Нельзя. Интересно. Дождь какой-то пошел. Я бы не сказал, что так, ну давай. Передвигайся. Нам еще 400 метров бежать. Я это нахуй. Что-то здесь понарисовал, что-то мне не нравится. Так. Что ваш тоже относит? Только она что-то... Ой, ты говорил, он не так. Вот ваш несет вверх силы. Здесь я понял такое типа как бы передвижение. Да.
Правильно. Все, нет никого. Так, рассказывай мне, что здесь можно. Объект. Тут надо осматривать, я так понял. Не будем, а патроны автоматически. Вот с одной стороны это прикольно, как бы, а с другой, что вот мне не нравится, что при прицеливании надо постоянно держать его в виду. Не привыкли. Нажал бы и пострелял. Снять кучки. Откуда не столько машин на ментовских? Оп! Класс, пацан. Я так понимаю, нам... паркурщик, он это обалденная вещь, но только он иногда бывает не тогда, когда нужен. А, вон, ух ты. Так, а как он гранат, я не помню. Присядь. Ну вот, как говорится. Вон как гранату бросать. Нет, нет. А подожди, а дай попробую эту. Ой. Где ты? Ё-моё. А чё там, снайпер какой-то? Нос к носу! Я тебе говорю! Без прицела, конечно. Так, давайте его смотрим. Типа, вот это круче, чем у меня. Я просто по параметрам не понимаю. Ну, это урон. Выстрелов минуту меньше. Магазин 20. Получается, что урон больше наносит вот это. Ну, давай взять. А можно его переставить там у себя сейчас? Мы... Зачем мне... Пистолет, может? Нафига? А, на пистолет слот нельзя. А, можно вот что. Вместо дробаша... Взять вот эту, да, типа? Угу. Так. Ну, может, она и прикольнее. Сейчас посмотрим. Ё-моё. Хотя она была... А можно вот эту? Я ее типа расставляю. Чё? А, турелька вон она откатывается, типа, или она слаживается. Нет! Его убили! Он там! Сбоку! Да, вижу я, что он сбоку. Ты еще ответишь! Нет, так-то она прикольная. В принципе, теперь-то. Обнаруженный эхо-маяк. Что-то... Чего записывать? Я на работу. Спасибо, что сводил в кино. Всегда пожалуйста. На ужин заглянешь? Не сегодня. Надо повидать друзей из нацквартиры. Они боятся, что их вызовут охранять карантинную зону в Нью-Йорке. Ну-ну. Это не шутки. Да это же грипп. Помнишь, свиной грипп? Сколько шума было в итоге. Вот увидишь, через пару месяцев про долларовый грипп все забудут. Как про проблему 2000 года. Про что? Ну вот, теперь чувствую себя стариком. Да ладно, я стебусь. Но правда, мне кажется, это все так просто не утихнет. Люди напуганы. А ты знаешь, что бывает, когда люди боятся? Да не загоняйся ты так. Гони бумажник.
Или мы тебя порежем. И еще чего? Лучше бы ты по-хорошему отдал. Помогите! Люди! Звоните 911! Нам нужна помощь! Пожалуйста. Держись! Я на работу. Спасибо, что сводил в кино. Всегда, пожалуйста. На ужин заглянешь? Не... А, ну типа, а, все, я думаю, я сижу тут. Класс, пацан, все это слушаю. Ты приближаешься к театру. Главу этого поселения зовут Одесса Сойер. Лучше с ней не ссориться. Нашли меня тоже. Добро пожаловать! А, или мне надо было... А, к тебе подняться? Рада тебя видеть, агент. Я еще не дошел. Найдено мобильное устройство. Вы уже со мной здесь все разговариваете. Все на крышу. Где? Одесса тебе. Подожди, мобильное устройство. Но мне обязательно? Да, устройство. Ладно. Не, ну все-таки интересно, подожди, вот мобильное устройство. А вот он что перепрыгнуть-то там не может. Сообщите ваше имя, и позже мы будем рады принять вас. Сейчас у нас просто нет возможности брать новых беженцев. Тебе? Ладно. Фиг с тобой. Хотя я бы не отказался от мобильного устройства. Ладно, пойдем. А то здесь непонятно, пока я тут найду. Но... Ты что, устал? Ящик какой-то. Есть предмет. Посетите тайник. А, типа все, я понял. Куда мне идти? Куда вы его увели? Он еще жив? Что, что? Это что за сучка тут тявкает? Послушай меня, солнце. Я отсюда слышу, как громко скрипят твои зубы. Еще часок, и ты будешь лежать тут в луже мочи и умолять меня принести дозу. Иди нахер! Сначала привет, а потом даже не здрасте, не пока. Отвернулась. Ну, ишь ты гордая какая. Ладно. Если тебе нужна Келса, она ушла. Я бы пошла с ней. Это нога. Но я буду только мешать. У тебя забот выше крыши. Знаешь. Но эти гиены похитили мою дочь. Ради мести. Поможешь, буду тебе должна. А долги я отдаю. Это ты типа хочешь, чтобы я дал фотографию? Найдено электронное устройство. Ну и типа мне сюда пройти. Хорошо. Как скажешь. На
найдено мобильное устройство. Привет тебе, агент. Здорово. Мобильный устройство. Я уже забрал. А, это вот это типа мой схрон каких-то оружий. Из предметов, типа, я что одел, то это как гранаты. Используем гранаты. А настройки? Ладно. А я ж класс пацан, я в уровень есть же, да? А я могу что-то сделать? Так. А, обучение не надо, бой. Привет, сэр. Здорово. Урон от оружия 195. Ну, ясненько. О, гардероб. Вау, какой. Контейнеры. Предметы. Ну, ясно, здесь найдено. Валюта сотка. У меня соточка есть. А, электронный кредит, и правда сотка есть. А где ее натыпал? А, у меня здесь еще и прицелы, и рожки есть. Это что за покемон? Электроника. Титан. Ой, короче, здесь много чего-то. Здесь каких-то предметов много. Где? У кого чего украсть? А, вот. Нет. Прижимай локти. Так в тебя будет сложнее попасть. И чуть-чуть наклоняйся. И не держись ты так за ствол все время. Это нормально. Меньше отдача. Но рука так быстро устанет. Так, лучше? Отведи плечо назад. Стоп. Хватит. Как тебя зовут? Питер. Слушай, Питер, скажу тебе один раз. Будешь меня перебивать, сброшу тебя с крыши. Будешь соваться под руку с дурацкими советами, сброшу тебя с крыши. Все понятно? Да. Не что? Да, мэм. Хорошо. Так, тут у нас замок затвора. Когда патроны кончаются... Не кончается потом. И чё? Блин, да-да, слушать надо, это где-то найти. Что, когда патрон кончается, все, ты труп. Пойдем. Я встал, блин. Так, ну, ой. Ладно, может, для первого раза хватит. Посижу, поразбираюсь. Пойдем, наверное, потом уже в следующей серии. Ну, возможно, даже это. Пойдем, будем, поиграем. Посмотрим, что это такое. Ну, в принципе, мне кажется, не особо так сложновато. Но, может, дальше-то, как всегда, поначалу легко-легко, чтобы ты пока обучился, кнопочки, все это пока запоминать. Ну, на этом будем завершаться. Все, всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии. Сейчас мы не можем принять вас, но мы не бросим вас в трудную минуту. Пока. Если